Сегодня вообще игра не получилась. Сами от себя не ожидали, честно говоря. Настрой был серьезный. Знали, что дерби. В общем, ни моментов особо. Вообще для нас это вообще шок. Поэтому мы хотим извиниться вообще перед болельщиками, перед всеми. И уверен, следующего 30 числа мы обязательно возьмем реванш. Через 4 дня будет какой-то особенный настрой на это? Я думаю, что особенный. У нас будет, наверное, завтра собрание, разговор. Мы сделаем выводы обязательно. И надеюсь, что таких ошибок больше мы не повторим. Соперник нас чем-то удивил? Вы же разбирали игру? Да, знали, мы, что он будет, да, мы смотрели, разбирали все досконально. Удивил он своей агрессией, то, что мы игру смотрели, они как-то от оборонки играли, а сегодня, видно, у них настрой был очень серьезный. Но я повторяю, что виноваты мы. Мы должны были отыграть, в общем, дерби на 100%, у нас не получилось. А не показалось, что тактически они почти не выступили? Как-то что-то... Ну, нет, насчет тактически, насчет настроя. Наверное, скорее всего, дело в настрое, у них был 100% настрой. У нас тоже, как бы, мы настраивались, но вот на поле что-то у нас не получилось, надломилось что-то. И, в общем, они за счет настроя, думаю, тактики. Просто после пропущенного гола мы полезли вперед, там у нас образовывались такие дыры, что они воспользовались. 30-го, мы, надеюсь, увидим другой флаг. Я тоже надеюсь.